работы по разрытию, благоустройству и всему остальному как бы начали до принятия какого-то решения на комиссии даже изменения. Мы выезжали туда комиссионно, и уже был зафиксирован факт о том, что там ведутся полным ходом работы без разрешения. Но на сегодняшний день там есть вопросы к этому участку по поводу того, в чем, скажем так, подчинение находится эти земли. Нам предоставили справку 6 земель, там есть определенные моменты, насколько этот участок принадлежит городу или облсовету. То есть нужно было разобраться до каких-то начала работы. Поэтому предлагается отказать, либо принять второй вариант решения на данный вопрос. Ставлю вопрос на голосование. Да, хорошо.